Ты его знак вообще? А можно ознакомиться? А? Ознакомиться. Чем ознакомиться? С нарушением? Нет. Доказательства. Доказательства, где я заехал. Вот камера. А, можно? Смотри. Да. Там передадим. Нет, сейчас посмотрим. Вы нарушили поворот мимо, да? Доказательства, вот, камера, стол, годи чуть-чуть находится. Я вам могу сейчас... Вот, рация есть. Рации, не, рации не надо. Вот. Какую минуту, какую часу, какую минуту, пожалуйста, какую секунду вот. Вы заехали. Нет, этот знак. Вот. Конституция, да, говорит, что нет, должен ознакомиться. Рации, вот камера стоит. Причем тут рация? Нет, причем тут рация? Причем тут рация? Ну, привезите или пусть вам передадут. Полностью ЦОУ, что ли? Хоть ЦОУ, хоть пятиэтажный, хоть один этаж, мне все равно. Вы должны есть ознакомить? Вам по рацию. Не, мне рация не интересует. По рацию, по рации они мне скажут, что я заехал, что ли? Да. Нарушили. Вот документы, пожалуйста. Вот я должен в ЦОУ ехать, чтобы видео посмотреть? Нет, вы не должны, вам передают по рации. Вам недостаточно этого? Вот, нет. Я говорю, 18 статья. Нет. Там у вас 18 статья, там написано. Вот. У нас прочитай. Написано с рацией. Или вот, не написано рация. Конституция имеет высшую юридическую силу. Я вам говорю. Конституция имеет высшую юридическую силу. Казахстан. Дружба патрульной полиции. И? Начальник номер, я вам говорю. И? По рацию. Или если есть возможность. С чем мне рация? Мне нужно вот так увидеть. Я же должен видео увидеть. Что я действительно учил. Я вам объясняю, как вы не понимаете. Еще раз говорю. Вот, ладно, я вас понял. Вы говорите, что ЦОУ там видео доставить не можете. Да. Но вы... Сейчас оформляйте протокол, и рассмотрение дела начинается сейчас. Сегодня правильно? Нет. Сейчас начинается. С того момента, как вы ко мне подошли, вы начали уже рассмотрение дела. Угу. Я вам свою точку зрения объяснил. Я вы мне свою объяснили. Да, у меня вопросов нет. Объясни, вы обжалуете. Это я протокол обжалую. Да. Но так как мы уже рассматриваем административное дело... Ничего не смотрю. Как мне разно? Вы уже документы взяли. Я еще не составлял. Ну, составите тогда. Считать, вот, тогда будет вот тогда вы покажете, да, видео? Нет, тогда я покажу. Я говорю, как вы не покажете? 10 дней вам почему позволят? 10 дней? Тут позволят? Написано 10 дней. Я вам тут написано. Я вам говорю. Права и интересы закона, разрешение источника информации. Общественное объединение должно следиться из средств массовой информации. Обязаны каждому гражданину. Какого года это? Конституция с 98 года не менялась. Каждый раз меняется. Знаешь, Конституция есть, меняется? Есть, нет, нет, я вам говорю, когда это закон у нас есть кодекс ЮКС, там написано права и обязанности. При чем там тут есть, кодекс? У нас Конституция есть, имеет высшую юридическую силу. Кодекс тоже раз... написано. При чем тут кодекс, когда Конституция имеет высшую юридическую силу? Когда вы нарушаете правила дорожного движения, там написано права и обязанности. Я говорю, если я нарушил, пожалуйста, оформляйте, но вот, покажите мне видео. Пройдемте, пройдемте, я вам покажу. Как вы покажете? Вы же сказали, что пойдемте, в ЦОУ не можете привезти сюда. По видеожетону я вам покажу. В ЦОУ? Я вам еще свою видеожетон, это я вам сказал. Я ну покажу. Давайте покажите сейчас. Пойдемте модуль, я вам покажу. Я не пойду никуда, я здесь буду ждать. Вы обязаны найти со мной туда. Страховку можно мою? Пойдемте. Не, не пойду туда. Все хорошо, я вам подойду. Угу. Хорошо. Теперь у меня такой вопрос. Здесь должен был я пометить, да? Нуждаюсь в юридическом. А вы сами юрист? Нет, я не юрист. Вы за меня подчеркнули, не нуждаюсь в юридической помощи. Да, возьмите. Спасибо. Просто зачем вы его подчеркнули? Вы же испортили протокол. Можете его оставить сюда. Ну, получается, два раза она зачеркнута, она не будет? По камере-то будет видно, у меня вот ваши и ваши. Uh-huh. Вы подчеркнули, так же? Это я не подчеркнул. Нет, сейчас вы подчеркнете, сейчас вы подчеркнете. А, ну сейчас да. Ну просто, зачем вы трогаете пункты, которые я должен заполнять? Переводчики нуждаюсь в них, вы за меня уже решили. Вы не нуждаетесь. Просто вы за меня уже решили? Нет, потому что вы не нуждаетесь. Я не нуждаюсь, но вот, просто не вот, надо... Я-то, знаешь... Если не да, я бы не почувствовал. Вот, ну здесь да. Много иностранцев, да, если они... Вы-то хорошо владеете русским языком, так же? Просто я вы же, за я меня решили, не дали мне выбора. Не дали мне выбора выбрать. Не, ну, если не ждать, я вызову переводчик.
Ну, я юриста нуждаюсь. Сейчас можно вызвать? Сейчас? Да. Права я возьму. Это красная копия, да? Да. Хорошо, я сейчас юристу одному позвоню. Алло, Руслан Викторович, это снова я, Жантас. Да, вот я получил протокол на ознакомление. Потом тут уже за меня подчеркнули, что я в юридической помощи не нуждаюсь. А, уже там так и подчеркнуто? Да, уже они подчеркнули. А вы вот на камеру спросите, почему вы за меня все подчеркнули? Ну, да, вот он мне говорит, вы сами можете еще раз перечеркнуть и подчеркнуть. Это, вы сейчас это делаете, почему он это делал? Ну, Потому что он сам юрист. И он не может объяснить. Что он фальсифицирует материалы? Вот, я у него уже спросил, он мне говорит, сейчас зачеркните, не зачеркните. Я ему говорю, вы уже испортили протокол, он не понимает. Как и в переводчике нуждаюсь, не нуждаюсь, тоже уже за меня решили. Переводчик, бог с ним. Скажите, в отношении, вы будете обжаловать, да, я так понимаю? Да, ну хотелось бы, просто мне не показали. Если бы мне видео показали, то без проблем я бы сразу здесь расписался. Значит, тогда просто им на камеру скажите, что в отношении вас фальсификацию материала хочет нам направлено жалобу в прокуратуру. Хорошо. Здесь я, фамилия Инцалы. Так, Жикетова. Сейчас, секунду, подождите, не мешайте, пожалуйста. Там следующее должно быть объяснение физического лица, по идее. Да, там написать... Значит, там решение первое. Угу. С нарушением не согласен. Я нарушение. Фамилия Инициала, пишите вы свои. Я... Сначала писать я, фамилия Инициала? Не надо ничего. Я еще раз вам говорю, слушайте меня. Хорошо. Когда персекутация, полную сумму... Хорошо, так... Значит, с нарушением не согласен. Фото, видеофиксация нарушения не предоставлена. Вот. Дело для рассмотрения не по месту жительства, по моему месту. Поставил. Теперь насчет юридической помощи. Здесь надо в росписи? Обязательно. И причем напишите «в помощи нуждаюсь». То есть там же нет места, где... Поэтому подчеркните, нуждаюсь. Вы сами юристы, юристы обратно, да? Нуждаюсь. Я не юрист. Нет, вы звоните. У вас уже есть. Помощь. Нет, но он же издалека. А? Он же не рядом со мной. Объясните полицейскому, что защитник предоставляется с момента составления административного материала. Слышали, да? Я вам багана объяснял ведь. Нет, а вот это? Это кошек Квитаси только что, я который говорил, 3600 тенге. Его я себе забираю, да? Нет, не полностью, сверху себе, снизу мне. 42, 42, 42. Просто, зачем мне она, если я ведь не согласен, я ведь уже написал в протоколе, что я не согласен. Тогда дайте мне помощь. Вот это. И ручку мою, да. Вот. 744 статью вы мне не ознакомили. Вы ознакомили меня с 601 статьей? 601 статьей. 601 статьей вы не ознакомили. Ко мне вопросов нет. Протоколом я вам ознакомил. Ознакомили. Видите, вы позвонили юристу, поэтому я не мог вам сказать, объяснить. А 744. Чисто с ним общался и как будто я здесь, меня здесь не было. Я стою и все. Да нет, с ним чисто общаетесь. Не надо на меня все спирать. Нет, вы общаетесь, как будто я здесь вообще левый человек, здесь как будто ему уйти и все.
Ну, вообще, я говорю, когда вы мне отдали уже протокол на подпись, там я уже сам должен читать и все так далее. Что здесь такое, что я не должен ничего спрашивать, вы мне должны объяснить 744 статью, там написано, вы мне ее не разъяснили просто. И потом, ладно, жетон у вас 01-29, 03, да, можно удостоверение служебное ваше? В развернутом виде, без передачи. Я могу подержать и не заберу. Вообще надо было с этого начать, я что-то... Умаров, Раймбек, Бауржанова, полиция, РДПП до 20 года, 004-657. Угу, все, спасибо. Был Трахмет. Может, еще что-нибудь показать? Все. Ну, если хотите, можете показать. Мы что-то наоборот начали. Видео надо было. В конце что-то мы начали. Да, можете видео показать. Что да, я что-то забыл вообще про это, про удостоверение, так бы имя свое ведь назвали, и не подумал про это. Все, ладно, Рахмет. Все, до свидания.